Здорово, народ, вы на канале Andro News. Вот и настал тот момент, когда компания Xiaomi выкатила следующее поколение своего народного флагмана Redmi K30 Pro. Вспомните успех Mi 9T Pro. Так вот, в теории этот парень будет не менее успешным. Основной посыл – топовые технические характеристики по минимальной цене. И все это от проверенного производителя. Короче, я не удержался и решил его разыграть. Условия, как всегда, простые. Детали в конце ролика. Обязательно дождитесь. Для тех, кто не в курсе, Xiaomi это не подвальный шлак. К ним редко бывают вопросы в плане качества. И прямо сейчас я проведу голосовалку. Как часто люди сталкиваются с проблемами в смартфонах марки Xiaomi. Вот, и поверьте, на нашем канале будет самая показательная статистика. Потому что так уж вышло, что наш канал любит смотреть Xiaomi-сты со всего мира. И это здорово, потому что у всех этих людей сегодня настоящий праздник. Ладно, давайте смотреть, что же из себя представляет эта новинка. Начнем с дизайна. Лицевая панель без всяких скруглений и, что самое главное, без вырезов. Задняя крышка лично мне напоминает Mate 30 Pro и OnePlus 7T. В общем, на сегодняшний день аппарат все равно выглядит оригинальнее большинства новинок с дыркой в экране. Производитель решил пойти против системы и установить всплывающий модуль фронтальной камеры. И это несмотря на то, что по словам главы Redmi, такое решение на сегодняшний день нецелесообразно из-за своих конструктивных особенностей. И в будущем никто не будет его использовать. На презентации нам много раз напоминали о том, какие же Xiaomi молодцы, что у них получилось это сделать. Я тоже рад за компанию, что у них все получилось. Но давайте посмотрим правде в глаза. Конечному пользователю вообще наплевать, каким путем все было достигнуто. Нам главное увидеть конечный результат. Конечный результат, на мой взгляд, конфетка. И я за такое решение. Пускай даже в ущерб наличию беспроводной зарядки. Это мое мнение. Что вы думаете по этому поводу? Принимайте участие в голосовании. На презентации также говорили о том, что смартфон получил класс защиты IP53. Я уже высказывал свое мнение на этот счет в обзоре Oppo Find X2. Это не более чем маркетинг. Практически все, даже бюджетные Xiaomi, имеют защиту от брызг воды и пыли. Но вы знаете, для того, чтобы задобрить некомпетентных пользователей, пойдет. Полноценный стереозвук, как у Xiaomi Mi 10 Pro, к сожалению, не завезли. И я вас уверяю, это не единственная неприятная новость на сегодняшний день. Не то чтобы звук будет совсем говно. На презентации на этом делали акцент, что звук стал лучше, чем у предшественника. Но это все равно нифига не флагманский уровень. Хотя есть и приятная новость для многих фанатов бренда. Производитель решил исправить один из недочетов предшественника, а именно вернуть инфракрасный порт. Аудиоджек тоже на месте. В общем, ретро-сиомисты могут заваривать праздничный доширак. По расцветкам ситуация следующая. Лазурно-синий, белый как месяц, пепельный и пурпурный. Большинство современных смартфонов крупные по своим габаритам. И так уж вышло, что K30 Pro не стал исключением. Это тоже лопата. Плюс-минус как OnePlus 7 Pro и немного меньше, чем Galaxy S20 Ultra. К сожалению, на сегодняшний день производителям невыгодно браться за производство компактных флагманов. Спрос превыше всего. Это же касается и технических характеристик. Люди хотят, чтобы было мощно и недорого. Давайте смотреть, чем в этот раз порадовали Xiaomi. И начну я с печальной вести. Частота обновления изображения дисплея составляет 60 Гц. Как это можно было допустить в 2020 году, я, если честно, хз. Скорее всего, вопрос был принципиальным. K30 Pro должен быть хуже, чем Mi 10. Производитель не хочет создавать внутреннюю конкуренцию. Лично я не верю в оправдание главы Redmi, типа будущий Huawei P40 тоже получит частоту обновления изображения 60 Гц, и при этом будет стоить в несколько раз дороже, поэтому типа не выпендривайтесь. Для меня это вообще не показатель, потому что недорогие Realme и OnePlus прошлого года получили частоту обновления изображения 90 Гц, и никто им не мешал этого сделать. На мой взгляд, это абсолютный минимум как для флагмана 2020 года. А Redmi взяли и нанесли удар ниже пояса. Нет им оправдания. Вот и все. Хотя обещает, что сама матрица должна быть отличной. Супер AMOLED даже лучше, чем у Samsung. Поддержка HDR10+, шикарная цветопередача и так далее. Сказали еще про отклик сенсора, который имеет частоту 180 Гц. И, наверное, для кого-то это действительно очень важно. Но для меня, скажем так, не критично. Частота обновления изображения, как по мне, гораздо важнее. По всему остальному, процессор топовый, с этим все в порядке. Оперативная память типа
Low Power DDR5, но это только в дорогой комплектации. А вот базовая версия получила Low Power DDR4X. И особое внимание было уделено стандарту постоянной памяти UFS 3.1. Вот тут уважуха. Правда, базовую модификацию снова решили обделить. Хотя в данном случае я не думаю, что это принципиально. Все модификации перед вашими глазами. Еще на презентации говорили о фирменной крутой системе охлаждения. И в числе прочего упомянули, вот прям прямым текстом написали, что тротлинга нет. Окей, вызов принят. Камеру тоже по сравнению с Mi 10 урезали. K30 Pro получил основной сенсор от Sony на 64 мегапикселя. Только вот тут есть небольшое уточнение. Существует две версии смартфона. Так называемая Zoom Edition и обычная. Обычную обделили системой оптической стабилизации, в то время как версия с продвинутым зумом ее получила в основном и телефотомодуле. Зато обычную версию оснастили макрообъективом. Кроме этого, оба варианта имеют сверхширик и датчик глубины. Батарейка по своей емкости плюс-минус как у Mi 10, и если быть точным, 4700 мАч. Но в отличие от старшего брата, K30 Pro не получил беспроводную зарядку, только по проводу. Да и то мощность всего 33 Вт. Хотя производитель утверждает, что от 0 до 100% батарейка полностью заряжается за 67 минут. И напоследок пообещали крутой вибромоторчик нового поколения. Скорее всего, он будет такой же, как у Mi 10 Pro. И вот за это от меня в адрес Redmi летит большой респект. Глава Redmi прямо со сцены сказал то, о чем я говорю практически в каждом нашем обзоре. Нельзя недооценивать вибромоторчик. Он стоит всего-навсего 1 юань, зато сильно влияет на положительный опыт пользования смартфоном. В общем, самое главное я вам уже рассказал. Осталось ответить всего-навсего на один вопрос. Во сколько Xiaomi оценили свою новинку? И тут барабанная дробь. 424 бакса за базовый вариант, ну и по нарастающей. Вся информация сейчас перед вами. Что я хочу сказать в итоге? Несомненно, Redmi K30 Pro это будущий хит продаж, самый доступный смартфон на 865-м драконе и все такое. Но не стоит заниматься самообманом. Xiaomi по крупицам занимались удешевлением себестоимости Mi 10, так же как это делает Honor по сравнению с Huawei, Realme по сравнению с Oppo и так далее. Redmi это младший бренд, их флагман априори не может быть лучше, чем у Xiaomi. Но за счет таких весомых плюсов, как отсутствие скруглений и вырезов на экране, адекватной цены, K30 Pro однозначно выстрелит. По имеющейся информации, одна из версий этого смартфона, обычная, либо Zoom Edition, однозначно приедет в наши страны. Только называться она будет по-другому, пока еще неизвестно как, и когда это произойдет, тоже неизвестно. Свои варианты вы можете писать в комментариях. Ну а сейчас мы переходим к нашему розыгрышу. Что нужно сделать для того, чтобы принять участие? Здесь все, как всегда, максимально просто. Первое обязательное условие – подписаться на канал AndroNews. Второе обязательное условие – написать адекватный комментарий. Не просто кинуть ссылку на социальную сеть, типа «Натя, жрите AndroNews», а напишите, допустим, чем вам понравился K30 Pro и чем не понравился. Или же, какой из брендов более мощный – Xiaomi или Realme? Или может ли в будущем Realme составить серьезную конкуренцию Xiaomi? Короче, ребятки, давайте… Все ваши фантазии пишите в комментариях. Я думаю, вы поняли, да, что я не просто так сделал подводку к Realme. Эти ребята являются спонсором данного видео. Да, вот так вот бывает в сложные времена. Короче, в скором времени планируется серьезная заруба, потому что бренд Realme официально приехал в Украину. Ссылку на магазин я оставлю в описании. Кроме этого, эти ребята скоро нам дадут смартфоны Realme 6, Realme 6 Pro. Мы будем их сравнивать с Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro и все вот это вот. Я очень рад этому событию. Обязательно переходите по ссылке в описании, потому что ребята здорово нам помогли с реализацией этого розыгрыша. Стрим с розыгрышем я, как всегда, проведу буквально через 2 недели после анонса. В общем, детальная информация будет по ссылкам в описании. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить пальцы вверх. Это, кстати, вот опциональное условие. Вот если вы хотите поучаствовать в розыгрыше, не обязательно, но так чисто по-братски влепить лайкос, мне кажется, не тяжело. Ладно, да пребудет с вами Android. Пока-пока.